Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн-игре с выводом реальных денег Coastal City. Что у нас происходит в игре, друзья? Баланс у меня по нулям. Я сегодня вывела денежку. Все, в принципе, супер. В том, что проект платит, у меня нет сомнений. Но вывод я вам показать не смогу. Объясню почему. Ну вот теперь у меня вывезено уже 2,76 всего. А депозит у меня $65. Я сюда вкладывала немножко денег, когда регистрировалась, покупала домик. И вот у меня два домика. Вот этот буду я улучшать, когда у меня будет 3000 серебра. Давайте по поводу вывода. Что у нас происходит с выводом? Мы все зациклились на Payeer. Здесь обратите внимание, сколько платежных систем. На Payeer вывод не работает. Возможно, у них проблемы с Payeer кошельком, да? Всяко может быть. Здесь есть и Advocash, и Perfect, Kiwi, Яндекс, Visa. В общем, MasterCard, Maestro на MasterCard. Это что у нас здесь? А здесь вот комиссия. Видите, большая у них. Они снимут комиссию 57 USD плюс почти 4%. Здесь вот невыгодно. И 10 тысяч золота на вывод надо. На Advocash 9460 нужно золото, чтобы было на балансе. Значит, Payeer не работает. Что я сегодня сделала? Я вывела сегодня на Perfect Money. Они взяли 5 центов комиссию, плюс 2% еще сняли. Так, значит, сюда прописываем сумму, у кого есть что выводить. Здесь написано, какая минимальная сумма золота, чтобы должна быть. Значит, здесь у вас будет, сколько вы получите с учетом комиссии. Я выводила 80 центов там с чем-то. И у меня то ли 76 центов вышло. Так как все кричат, что скам-скам, проект не платит, игра. Все в порядке, игра платит. Сюда прописываете кошелек от Perfect Money, например, да? Сюда прописываете пин-код. Нажимаете вывод. У меня успех, как бы я вывела. Вот весь мой вывод. Два раза я выводила на Payeer кошелек. И сегодня, 20.04, вот 0.80 центов. С учетом комиссии это 76 центов. Что у меня получилось? Почему я вам не смогу показать вывод? Пошла я на Perfect Money. Забыла я пароль, друзья. Значит, ну, восстановить пароль. В общем, это такая головная боль. Они столько у меня всего запросили. И номер телефона. На номер телефона пришел пин-код. Я ввела этот пин-код. После они запросили паспортные данные с моей фотографией, с пропиской. Я им все это отправила. И вот они написали: ваша заявка отправлена в службу поддержки. Пожалуйста, дайте нам на ответ до 72 часов. И вот на почту я пришло письмо. Perfect Money получил запрос на восстановление аккаунта. Сегодня 20.04.20. Российская Федерация. Ваш запрос будет обработан в течение 3 рабочих дней. Бог с ним, пусть обрабатывается. Возможно, мне придется заводить новый кошелек, потому что паспорт у меня древний. Пройдет он, не пройдет, я не знаю. Но то, что игра платит, у меня нет сомнений. Бог с ними, с этими 80 центов. Так что берите, проверяйте сами. У всех есть и Advocash, и Perfect Money, Kiwi, Яндекс, Visa. Тут очень много платежек. Берите любую другую платежную систему и выводите свои денежные средства. Потому что на Facebook, почему я начала, зашла и попробовала другую платежку. Много иностранцев в проекте, все выкладывают скрины вывода. Вот.
Так что игра работает, платит, и все замечательно. Если пройдет, как бы все будет замечательно у меня с кошельком, я запишу видео и покажу вам вывод о том, что денежка пришла. Ну, если у меня не пройдет, придется тогда уже заводить новый, буду перфект. Потому что в онлайн-бизнесе без перфекта тоже не обойтись. Вот такая вот у меня ситуация. Ну, а вы же берите, как я уже повторяюсь, любую другую платежную систему и выводите. Мне игра нравится, я в игре, и с нее я, конечно, не собираюсь выходить. На этом, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч!